по-другому, действительно, вот у меня, кстати, Антон на сцене, но здесь, наверное, больше будет не двойное какое-то видение, а больше такой отсылка в прошлое, например, вот небольшой такой, ничего такого я не открываю, просто в самом начале выступают совсем юные звезды фигурного катания, и сразу же у меня первый вопрос, Татьяна Анатольевна, вот помните она то время, когда она совершала свои первые шаги на стадионе «Южных пионеров» здесь, в Москве, то есть как бы мы возвращаемся вот к моим вопросам в прошлое и проходим на весь ее творческий путь, ее жизнь, и она отвечает на многочисленные мои вопросы. Поэтому здесь не то, чтобы вдвоем провести этот гала-концерт, а здесь будет вот такой вопрос-ответ, и как бы в продолжении этих ответов будут расскажите про свой номер. Вы же сегодня тоже будете на лед? Как-то. Что вы выбрали? Я всегда в последнее время выбираю то, что выбирает Илья Вербух. А такая традиция уже у нас проходит на протяжении последних лет, так 10-15 лет. Песня ярко подчеркивает реальность. Как будто бы были. Ну а то, что там будет, уже это уже написано. Сегодня очень много, если практически все новые номера и под живой вокал. Сейчас я прям вижу, как сердце оператора дробится, потому что цветовое значение поймет. А, да, новые цифры поставленные номера как раз для того, чтобы не было такого, что мы говорим об одном со сцены, а номер не соответствует тому диалогу, который что прозвучал. Я говорю, что если в прошлом, да, один выходит с, например, каким-то комедийным, веселым номер, другой, то есть были из разных тем что-то собиралось, то здесь равно должна прослеживаться какая-то одна нить, и все-таки центр моей жизни, в том числе, Татьяна Анатольевна, поэтому, конечно, все о ней, все о том, что приводило к победам, были, конечно же, и неудачи. Вот все о ней сегодня, а номера, они объединены